Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи», в студии Валерий Седов. 17 мая ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. И сегодня у нас в гостях Сергей Брониславович Аксентьев, врач-кардиолог отделения для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, входящего в состав регионального сосудистого центра областной клинической больницы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии имени профессора Гармаша Рязанского государственного медицинского университета. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вот давайте, наверное, нашу сегодняшнюю беседу посвятим сугубо инсультам. И вот главный вопрос, что же такое инсульт, как это работает? Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения. Причин у него несколько, но гипертония – одна из ведущих причин. Гипертония, атеросклероз. Существует так называемый сердечно-сосудистый континуум, и все заболевания эти связаны между собой. Гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, патология сердца – все завязано в единый клубок. Инсульты бывают нескольких видов. Это ишемические инсульты и геморрагические инсульты. И то, и другое страшно. Ужасает статистика по этому заболеванию. Лежит в корне все то, что население очень плохо занимается лечением на первичном этапе. Ведь вот если провести опрос, проводилось такое российское исследование, кстати, вот это исследование ЭССЕ, в нем задавали вопрос людям: знаете ли вы, какой у вас уровень холестерина? Как вы думаете, сколько людей вообще интересовалось? Ну, я, честно говоря, тоже не интересовался, например. Мне кажется, вообще минимальный процент человек, процентов 10. Вот. Причем среди тех, кто интересовался, многие люди интересовались, какой холестерин, вернее, из того небольшого процента, которые интересовались, какой холестерин, совсем небольшая часть знала, что он повышенный. И из той части, знающей, что холестерин у них повышенный, еще меньшая часть принимала лекарства, которые могут нормализовать уровень липидного обмена в крови. И из этой части целевых значений, так называемых, достигали совсем малой процент. Эту ситуацию в корне надо ломать. Такая же ситуация, если сегодня мы говорим с вами в день борьбы с гипертонией, о борьбе с гипертонической болезнью, приблизительно такая же ситуация и по гипертонической болезни, где тоже большая часть населения просто не интересуется, какое у них артериальное давление. Те, кто интересуется и зная, что у них давление повышенное, не принимают терапию, а те, кто принимают, к сожалению, принимают недостаточную терапию, в итоге целевых значений артериального давления, опять же, достигает совершенно небольшой процент. Как предотвратить инсульт? Его вообще можно предотвратить? То есть, вот как раз вы говорили про медицинские показатели. Можно ли как-то по ним отследить, что ситуация ухудшается, например? Сейчас, не знаю, насколько корректно приводить американскую статистику. Скажем так, там была большая программа по борьбе со смертностью. С 80-го по 2000 год, 20 лет, взяли этот промежуток. И дальше разделили по вкладу борьбы с каждым из факторов риска. Так оказалось, что нормализуя холестерин, это самый большой вклад в борьбу со смертностью от болезней системы кровообращения. Не только от инсульта, понятно, что здесь и инфаркты, и другие болезни.
То же самое с гипертонией, но вклад борьбы с гипертонией чуть получается меньше. Это статистические данные. Вот, по-моему, около 12%. Но что поразило меня, что вклад нормализации липидного обмена, то есть нормализации липидного спектра крови, ну того же холестерина, назовем попроще, он превысил вклад в снижение смертности таких передовых методов лечения, как реваскуляризация миокарда, в том числе и при остром коронарном синдроме. Вот такие вот удивительные данные были получены. Думаю, что так же и будет в нашей стране. Вот, снизив показатели холестерина всего лишь на 1 миллимоль, мы сохраним несколько тысяч людей живыми в популяции, если брать большую популяцию. Также, доведя давление артериальное до целевых значений, а это в возрасте младше 65 лет 120-130, систолическое давление 70-79, диастолическое, и у лиц более старшего возраста это 130-139, систолическое 70-79, диастолическое, я думаю, что мы получили бы схожие с теми американскими данными, ну, почти, ну, там, получается, четвертьвековой давности, да? Ну вот мы поговорили про давление, но вот значение холестерина вы так и не сказали. То есть в какой момент, и опять же, как часто нужно идти проверять количество холестерина в крови? Какое должно быть показание в норме? Значит, вот давайте я скажу свое отношение к норме холестерина. Понятие нормы холестерина, я бы сказал, не существует. Существуют целевые значения холестерина у лиц низкого сердечно-сосудистого риска, умеренного сердечно-сосудистого риска, высокого сердечно-сосудистого риска, очень высокого сердечно-сосудистого риска и так называемого экстремального риска. И, строго говоря, если брать нормативы по лаборатории, любой холестерин липопротеидов низкой плотности, превышающий 3 ммоля на литр, то есть 3,1, можно уже назвать дислипидемией или гиперлипидемией, которая требует какого-то вмешательства. Вот. Но мы должны градуировать людей по группам риска. Для этого существуют специальные шкалы. Вот сейчас старую шкалу SCORE сменили на шкалу SCORE-2. Она более адаптирована, выведена в более большой популяции людей. Там, по-моему, 250 тысяч человек включалось, которое прогнозирует фатальные сердечно-сосудистые события в течение ближайших 10 лет, в зависимости от того, сколько как бы, процентов получается по этой шкале. Чтобы заниматься профилактикой, как это нужно делать? Вот, допустим, я телезритель, который решил внезапно заботиться о своем сердце, узнать уровень своего холестерина, заботиться о своих сосудах. Что мне делать? Мне бежать к врачу-кардиологу, мне бежать к своему терапевту, чтобы сдать кровь. Какие мои шаги, чтобы как бы вот узнать состояние дел на сейчас и выстроить себе стратегию на ближайшее время? Валерий, ну, на мой взгляд, вы достаточно молоды, поэтому надо не бежать, а идти. Но идти целенаправленно, и идти сразу к кардиологу-то зачем? Вот, если вы себя хорошо чувствуете. Есть такое понятие, как диспансеризация, которая, да, была почти похоронена в лихие 90-е, которая очень хорошо работала. Я вот выпускник, 41 год, как вышел я из стен альма-матер Рязанского, тогда он назывался Рязанский медицинский институт, и поэтому застал те еще советские времена. Была ежегодная диспансеризация, всеобщая диспансеризация. По возрастам было расписано объем исследований, которые надо делать. Но я думаю, если
ну, не знаю, вряд ли вам 40 лет есть, нет, вот, но если бы вам было 40, то хотя бы раз в год-то надо сделать кардиограмму, сдать тот же липидный спектр, вот, измерить давление. Сейчас ведь вот проводится в том числе и университетом, в том числе и областной клинической больницей, не артериальной гипертонии, где сидят волонтеры, студенты рязгом измеряют давление. И, ну, скажите вы мне, очереди в поликлиниках и так далее. Ну, и талончик не достать, да. И талончик не достать, вот. Но настолько высока цена вопроса неопределения этих параметров, что, наверное, можно позволить себе не покупать что-то ненужное, что мы делаем фактически каждый день, вот, а сдать эти анализы, чтобы не стоять в очереди. Или идти в государственную поликлинику, но взять талончик, есть запись, и сдать в государственной поликлинике. Подытоживая нашу беседу, как лучше поступать, то есть человеку, который всерьез решил заняться вопросом своего здоровья вот в этом направлении? Мы говорим о здоровом или о больном человеке? Давайте, наверное, говорить о, как говорили в моем институте, нет здоровых людей, есть недообследованные. Давайте говорить вот то есть о среднестатистическом. Мы априори будем считать, что все больны. Ну, наверное, это тоже все-таки какое-то преувеличение. Хотя эта пословица есть и в моем цитатнике. Как это был цитатник Мао. Да, есть и в моем цитатнике такой, да, здоровых нет, есть недообследованные. Значит, не заниматься что-нибудь, да и найдешь какие-то отклонения от нормы. То есть, смотрите, вот давайте разделим. Если уже человек знает, что у него есть заболевание, та же гипертония, та же дислипидемия, надо серьезно этим заниматься. Понять, что процесс лечения – это не догма, а руководство к действию. Так, по-моему, трактовался марксизм-ленинизм, также и отношение к своей болезни должно быть. То есть это процесс динамично развивающийся. Как процесс болезни, так и процесс лечения. И нельзя так, если там 5 лет назад назначили какой-то препарат, который вполне возможно был эффективен на том периоде жизни, через 5 лет он может уже вообще или не работать, или надо провести коррекцию дозировок, или коррекцию комбинаций. Ну, а если это мы говорим, поговорили о людях, которые знают, что у них есть заболевание, а если мы будем говорить о людях, которые считают себя здоровыми, то, что диспансеризация у нас возрождается сейчас, это благо. Соответственно, ее надо проходить. Надо не просто пройти диспансеризацию, что часто бывает, чисто формально пришли, быстро все сдали и ушли. И даже не поинтересовались результатами анализов. Поинтересоваться надо как минимум этими результатами. И полно сейчас мессенджеров, по которым можно сообщить, там, ну, найти какой-то путь. И если что-то выявляется, ну, продолжить обследование. Кардиограмму надо сдать, названные липиды крови, надо сдать давление, надо померить глюкозу крови, надо определить. Кроме того, ведь, понимаете, гипертония течет-то, она скрыта, а тащит за собой еще целый ворох проблем, в том числе и таких, как хроническая болезнь почек, что является, в общем-то, неким таким бичом, вот, или, ну, недавно пережили пандемию, вот, и ХБП, хроническая болезнь почек, уже очень же много ее не выявлено. И надо понимать, что артериальная гипертензия наносит свой удар по органам-мишеням, каковыми является не только обозначенный мозг, не только обозначенное сердце, но еще и почки. Соответственно, сдав креатинин, можно рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Практически у каждого врача этот калькулятор сейчас есть в смартфоне. И как бы хотя бы информировать пациента об этом. А еще лучше начать принимать меры, в том числе некие меры нефропротекции. Уважаемые телезрители, будьте здоровы,
вы и ваши близкие, заботьтесь о себе, пройдите диспансеризацию, сходите к врачу, подберите правильные дозы лекарств и поймите, что это не догма лечения, а некое руководство к действию, которое будет меняться. Поэтому контакт врач-пациент должен быть обязательным. Благодарю за внимание. Сергей Брониславович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.